Нефтеюганцы воспользовались Всероссийским днем приема граждан. С самого утра в коридорах городской администрации было многолюдно. К обеду заместитель главы города Андрей Метелев принял больше 10 человек. Сегодня был один случай, где мы достаточно такой неординарный нашли подход, да, и я думаю, поможем человеку, который осталась с двумя детьми, в том числе один ребенок с такой достаточно тяжелой инвалидностью. Вопросы, с которыми горожане обращались к муниципальной власти, касались жилья, в том числе предоставления жилых помещений по решению суда, расселения из ветхого и аварийного фонда, а также балков. Интересовали юганцев и вопросы благоустройства.